Привет, Элита, ты исследователь. Хочу рассказать, как можно гарнитуре жизнь продлить. Вообще, если, конечно, дешевая гарнитура, рублей 100, то смысла действительно нету паять. 50-100 рублей – это некачественные такие гарнитуры. Вот это вот, кстати, гарнитура не самая дешевая, она, видите, Acer производитель. Но из дешевых асеровских такая 100 рублей. Ну, может быть, 200 рублей. Микрофончик у нее не особо качественный. Поэтому наушники я перепаял от 1000-рублевой леновской гарнитурки. Они хорошие наушники. Такой кабель плоский. А микрофон поганенький остался, поэтому это учитывайте тоже этот момент. И сам провод дурацкий такой какой-то цепляется, слишком липкий. Здесь уже отвалился второй наушник, куда-то потерялся в кармане, хотя на самом деле крепко он припаян, так вот я не могу оторвать. Не очень понятно, как он отвалился. То есть есть смысл дорогой наушник припаять к средней гарнитуре. А поганые дешевые гарнитуры нет смысла вообще чинить. Ну, либо если хороший какой-то низ, например, можно наушники там сломавшиеся взять от хорошей. Ну, хорошие я имею в виду от 500 до 1000, может быть, дороже. Такие вот гарнитурки бывают и 500 тысяч рублей. Но это, конечно, жалко выкидывать сразу такую. Поэтому вполне можно поремонтировать. Проводки тонкие, тяжело паять, но припаять можно. Если дороже такие проводные гарнитуры, те, конечно же, тоже нужно чинить. Здесь вот вполне она хорошо работала, но поганенький микрофон был в этом вот месте. Как-то он бубнил. А сейчас это наушник улетел, поэтому уже восстановить я ее не смогу. Тогда уж я выкину. На этом все. Пока, ребята.